Эх, опять ничего нет. Как же плохо. Хотя у меня есть одна идея, чем же заняться сегодня. А можно заняться ремонтом. Нужно сходить за материалами в магазин. А, собственно, вот и он. Так. А здесь у нас пусто. Пусто. А, вот, собственно, наша вещь. Отлично. Теперь можно начинать ремонт. И можно построить второй этаж. Будет очень классно. Ух ты, какая высокая лестница. Собственно, здесь мы начнем наш ремонт. Так, хорошо. Погода довольно ясная, и надеюсь, до ночи я успею. Что ж, сначала нужно построить основу. Главное не упасть. Самое главное, конечно, построить крышу, чтобы не протекало, иначе вдруг пойдет дождик, а это будет очень плохо. Эх, собственно, осталось немного доделать потолок. Ух ты, это классно. Ух ты, я достроил дом. Получилось довольно классно, и это очень мне нравится. Ух ты. Ладно, вот и наступает уже ночь, это очень хорошо, хотя, с одной стороны, это довольно плохо. Но, собственно, она пока что еще пустая, а я даже пропустил здесь еще пол. Ладно, это делаю в скором времени. Ну, а пока что можно спускаться и немного поспать. Надеюсь, друзья, никто на меня не нападет. И это будет очень классно. Собственно, нужно закрыть дверь. И гасим свет. Фух, вот и утро. Ох, довольно классно. Собственно, что же сегодня я буду делать? Можно посмотреть, что у нас по радио? Новости. Посажен самолет среди леса, и всем людям, кто смог спастись от зомби, приходите к самолету, и мы вас спасем. Но если вы заражены, то не планируйте очень приближаться, кому-то вы будете уничтожены. Спасибо за понимание. Ух ты, вот это неожиданно. Собственно, нужно взять оружие, собрать вещи, и по координатам, которые, надеюсь, через некоторое время пришлют, нужно двигаться туда. Это мой единственный способ спастись. Хотя, если это далеко, придется что-то искать. Ладно, буду надеяться. Неужели? Ух ты! Первая машина, которую я встретил за это время. Неужели она будет рабочей? Фух, я буду надеяться. Да! Есть! Она рабочая. Собственно, спасибо. Я не знаю. Собственно, теперь можно добраться до самолета. Хорошо.